благости, любви и гармонии, друзья. С вами Александр Шевченко. Это наш день, уходящий день, наполняющий нас радостью и счастьем. На самом деле солнышко встало, оно открыло новый день. Последний день уходящего года. Не знаю, когда вы посмотрите это видеосообщение. На самом деле каждый из нас это духовное существо, и это всегда будет так. Сознание, живущее в теле или вне тела. Суть в том, что мы создаем все, что вокруг нас. И это и есть наша основная способность – создавать и рассоздавать. Давайте будем это делать осознанно, понимая, что мы творим и что мы растворяем. Как раз к этому и приводят сессии, которые мы проводим. Я желаю вам счастья, друзья, осознанности, любви в этом новом году, лете. У нас все еще лето. Солнышко, море, радость и благодарность. Я благодарю каждого из вас, наполняю любовью, радостью и счастьем. И желаю чудесного дня в гармонии, в любви и в осознанности. Благодарю и приглашаю вас в Академию счастья. Во благо, друзья. Чудесного дня.